Привет, это Рибуар. Ну, либо-не вышел новый видосян, называется «Стоять, ковбой!» Откуда мем? Как будто реально ковбой остановился, спрашивает, откуда мем? Я увидел эту картошку только сегодня, какой-то ролик на каком-то канале, не помню, смотрел, и там был последний ролик, типа следующий, с этой картошкой. Я думаю, что это такое? Первый раз вижу. А это, оказывается, мем какой-то новый. Короче, давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Сегодня я расскажу, откуда взялся мем с куриными поющими наггетсами. А, блядь, это наггетс! Почему похоже на картошку? Окей. В ТикТоке сейчас... Все новое, это хорошо забытое старое. Это особо популярны вот эти поющие танцующие наггетсы с лицом из Роблокса. А конкретно ковбойская версия. С шляпой, диким западом на фоне. В общем, максимально стереотипный образ ковбоя. Сохранившийся в голове у каждого. Но сам мем с поющими наггетсами появился еще в конце лета 2023 года. Вот одно из первых популярных видео с песней «I Got You», выложенное тиктокером Вена Наггет. Ну-ка. О, наггет. I feel good. В последующие месяцы автор продолжал выкладывать подобные... Блядь, низ не какой-то, блин, это грустный, чуть-чуть почему-то. Видео с разными песнями. И вскоре уже весь аккаунт состоял только из наггетсов. А 29 сентября он выкладывает видео с тем самым звуком и наггетсом в ковбойской шляпе. Похожие видео с этой музыкой хлебушек появились только в конце января 2024 года и создали новую волну хайпа мема с уже новыми продуктами из KFC, фруктами, овощами и кем только угодно. Я бы их сожрал, так волосы, пожалуйста, если снимите и одежду тоже, а то фу, какая мерзость. Блять, что за херня? Ну его хуйня прям подходит. Гениально. В каких-то видео даже есть мини-сюжеты. И все всегда заканчивается такими видео. Сейчас скоро эта херня станет такая же популярная, как скибиди-туалеты. Песня. Да, я так подумал, что это Гарри Поттер. На фоне называется Cotton Eye Joe. Традиционный американский кантри-фолк, популярный в разное время на территории США и Канады. А вариант из мема — это кавер от группы Rednecks, вышедший в 1994 году. Я думаю, что давненько было, нифига себе. Думаю, что слова в начале этой песни даже было трудно разобрать американцам. Но вы послушайте. Почему? И один тиктокер решил высмеять это. И даже сделал свой кавер, где заменил слова на бессмысленную тарабарщину, назвав... И вышло похоже, это индийской версии этой песни. Ну-ка. Этот кавер набрал... Почти то же самое. ...популярность вместе с трендом про ковбоев в наггетсах. И стал ассоциироваться именно с ними. Эминем. Охрененно. Гениальный ролик, хоть короткий, но зато поднял настроение прям офигенно. Надеюсь, я вам понял его. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прозвать бубанчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами всегда был Рибон. Спасибо за просмотр.